сейчас находимся в South Lake Tahoe на стороне Калифорнии. Почему я говорю «сторона Калифорнии»? Потому что этот город находится на границе двух штатов — Калифорния и Невада. Здесь буквально можно пешком пройти, и ты уже совершенно в другом штате. Это одно из наших самых любимых мест в Калифорнии. Озеро Тахо — это самое чистое озеро во всей Северной Америке. Оно настолько чистое, что ты можешь увидеть дно этого озера. Наш отель находится на стороне Калифорнии. Этот трип мы решили сделать калифорнийским. Веранды, outside patios, музыка, собаки, горный воздух, красивая природа — это все, что мы хотим получить от этого трехдневного путешествия. Многие у меня спрашивают, что же за лого такое у меня на машине, приклеено на стекле. Это лого Мамофа. Мамоф — это огромная гора, где мы катаемся на сноубордах. И это как бы говорит о том, что я сноубордист. Вот мы уже и заселились. Доволен больше всего. Вот так выглядит наш отель снаружи. Очень по-калифорнийски. Видите вот эту гору? В этой горе расположен резорт горнолыжный Heavenly. Думаю, вы уже догадались, в каком мы месте. То есть мы сюда приезжаем и зимой, и летом. Вот такие штуки лежат практически во всех ресторанах, где написано «Scan me». Подносишь iPhone, засканиваешь, и у тебя меню уже в телефоне. Засканиваешь? Да, именно, засканиваешь. Это сделали для того, чтобы предотвратить любые контакты, соприкосновения с бумажными меню. Приезжает такое замечательное место, здесь играет живая музыка. Second night I've dreamt about you, babe. I don't know how I should tell you, babe. But lately I get lost thinking about you. I admit that I can't be without you. The air that I breathe doesn't mean nothing if you're not here giving me something I can hold on to. Baby, please don't leave.
Фотографии, самые лучшие видео. Cooper the Traveler. Где? Yeah. Second night I've dreamt about you. Get in. Yeah. Go, we go. Как водичка? Отлично. Ой, иди. Good boy. Get up. Молодец какой, молодец. Но он почти прыгнул. Следующий пошел? Супер, чё, кто за бортом? Тогда я орём, да? Вот об этом я и говорила. Видно дно, настолько чисто. Просто вау. Это просто капец. I've been losing my head. Used to be alone, but now instead I need you by my side. Can't go without one single night dreaming about you. The air that I breathe doesn't mean nothing if you're not here, giving me something I can hold on to. Baby, please don't leave. Go. Come here. Иди, мам, good boy, let's go back. Ой, ты умничка. Давай. Хлоя, следующая. Молодцы! Клой, пойдешь? Клой, давай, иди. Поймаешь ее? Да, конечно. Идем. Клой, иди. Она боится. Давайте, давайте. Синхронное плавание. Тима. Купер, плыви ко мне. Let's go back. Какой молодец. Давай. Second night I've dreamt about you, babe. I don't know how I should tell you, babe. But lately I get lost thinking about you.
I admit that I can't be without you. The air that I breathe doesn't mean nothing if you're not here, giving me something I can hold on to. Baby, please don't leave. Купер! Купер, where are you going? Купер, вернись! We still love you! Домой поплыл, все? Малыш! Lately I get lost thinking about you. I admit that I can't be without you. The air that I breathe doesn't mean nothing if you're not here, giving me something I can hold on to. Baby, please don't leave. Вообще нет, буквально одна лодка. Самое главное, что нужно сделать на озере Тахо, да, Жень? Это что сделать? Взять лодку. Обязательно. Это number one thing to do. Реально чистая вода. Такого нигде не видно. Emerald Bay во всей красе. Вот там мы вчера катались. Начало нашего хайка. Привет.
So cute, скамеечка прям под деревом. Купер, ты это место уже знаешь, да? Ты видишь, как он запрыгивает? Он двумя лапами передними становится на ступеньку и задними одновременно отталкивается. Он не может просто, как знаешь... Прыгать? Да, да. Он устал. Какой интересный хайк, столько. Здесь ступеньки. Куда ты несешься? Мама идет первая. Идите, идите первые. Ему сейчас, подожди, они на вид должны посмотреть. Смотри, как он идет. Вот, я же тебе говорю про это. Малыш, так и будешь стоять? Go, we go. That's the leash tangles. Yeah. All right, come on. Bye. Этот хайк почти 2 мили, но что-то тяжеловато с утра идти после целого дня на озере и на лодке. Купер вообще еле двигается. I remember this. Вспомнил, да? Да. Вот это вот и есть как бы 50% хайка, я бы сказала. Хорошо. Красиво. Много людей. Это тот самый Emerald Bay, который мы видели сегодня ранее и вчера, где мы катались на лодке. Камера, конечно, не передаст эту красоту. Идем дальше. Кто это? Hi, baby. Hi. Ты бесстрашная, что ли? Зачем ты палку уронил? Иди ее возьми. Нашли вот такое озеро. И малыш наш плавает. Достает косточку из воды. Давай мне ее, давай. Давай мне ее. Get it? Go get it. There you go, there you go. Давай, иди сюда. Давай. Right there. Pick it up. Bring it to me. Давай, bring it to me. Вот она. Купер, вон она. Давай, давай. Уже идем обратно. Отпустили своих собак с поводков. Все. Мы теперь свободны. Все, осталось их отправить в колледж и пуститься. И отправить на работу. Да. Сначала на работу, потом в колледж и отправиться в кругосветное путешествие вдвоем. Вот это моя любимая часть хайка. Ты идешь в таком лесу. Денек. Жень, мы как прям в Jurassic Park.
хвостик бегает. А эти наши динозавры, да? Да! Ехали и доехали вот в такое вот офигенное место. Вот такую штуку мы с собой возим всегда, когда ездим на роуд-трипы. Газовая плита. И пиво. Ну, пиво мы не всегда, всегда возим всегда. С собой, но мы всегда останавливаемся и его покупаем. Вот такое вот дело мы тоже всегда стали брать с собой. Mountain House Food. Это, грубо говоря, быстро заварная еда. И вкус как будто из ресторана. В общем, офигенная тема.